А ситуация на Донбассе, миротворцах ООН и украинских заложниках говорили сегодня в Белграде. Там состоялась встреча спецпредставителя Госдепа США по делам Украины Курта Уолкера и помощника российского президента Владислава Суркова. Некоторые детали переговоров на своей странице в Фейсбуке раскрыла представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. По ее словам, американский чиновник должен передать письма семье украинских заложников с требованием немедленно их освободить. Об этом просит Киев. Также Геращенко отметила, что Украина делает все возможное для освобождения своих пленных.